Дорогие друзья, здравствуйте! С вами ваш видеодоктор Анна Медведева на канале Marbella RTV. Итак, сегодня мы поговорим о сердечно-сосудистых заболеваниях. Вам прекрасно известно, что в большинстве развитых стран мира огромное количество людей ежегодно умирает от ишемической болезни сердца, инфаркта, инсульта, а также других патологий сердечно-сосудистых системы. Основным фактором риска в данной ситуации является не только наличие закупорки сосудов сердца, но и повышенный уровень сахара в крови, гиподинамия, повышение массы тела пациента или избыточный вес. Все это приводит к тому, что происходит отложение атеросклеротических бляшек на стенках сосудов. Причем особое внимание необходимо уделить таким пациентам, как курильщики, они входят в особую группу риска, либо же пациенты с повышенной массой тела, либо же те, у кого есть семейный анамнез данных заболеваний. Что происходит в данной ситуации? Происходит повышенное отложение кальция, жира и холестерина на стенках сосудов. Причем, что очень важно отметить, как правило, эта ситуация происходит абсолютно незаметно для человека. И боль, которая, может возникнуть при инфаркте миокарда, возникает лишь в том случае, если закупорка сосуда составляет более 2/3 или более 70%. Итак, чем же мы можем помочь пациенту, который в какой-либо момент может входить в группу риска? В первую очередь необходимо обратиться к вашему доктору. Он грамотно составит анамнез заболевания, возможно, вас направят на электрокардиограмму, вам сделают УЗИ сердца и стрессовую эргометрию сердца или тест на нагрузку сердечной мышцы. Далее, в арсенале современной медицины существует такая интересная особенность, как КТ-скоринг кальция, или же определенные исследования, которые с помощью компьютерной томографии коронарных артерий сердца позволяют определить количество отложений кальция и холестерина на стенках сосудов. Причем абсолютно неинвазивно можно составить и предположить, каким риском обладает именно данный пациент, о котором мы ведем речь, и, естественно, провести максимально быструю и своевременную оказать помощь пациенту. Все это можно сделать в рамках очень быстрого обследования, которое мы можем провести как здесь, в Марбелле, так и в другом месте в мире. Обо всех более важных параметрах вы можете узнать у вашего врача. Большое спасибо, дорогие друзья! С вами была ваш доктор Анна Медведева на канале и на интернет-канале Marbella RTV.